самочки и самцы. Самца вы легко определите по наросту на нижней челюсти. Вы видите, стоит? Вот это самец. Вверху, да? Да, на нижней челюсти нарост, на нижней. Да. Ну вон. Да, вон еще один. А вон беленькая плывет, вот это уже альбинос. Белая, синяя, пятнистая, гляньте, вот они, они три как раз. Белая, да. Белые пятнистые и голубые форели, это световые мутации, они потомство не дают. Они очень редкие, мы эти маленькие отсаживаем и любуемся ими как декоративными. Они не размножаются, но жить могут до 10 до 12 лет, так что если они долго нас здесь не будут радовать. Ни по вкусовым качествам, ни по качеству мяса они ничем не отличаются от обыкновенной радужной форели. Поэтому гурмана сразу успокаиваем. Смысла укладывать ее на тарелку нет. Ну, вот она красавица.